что иду. Назад отрезан путь, даже при желании не спеку. И как быть мне сейчас? В итоге здесь лишь ты и я. Игра по правилам не для меня. С ножом в руке играю дальше роль дурака. Пусть твой суд будет справедливым. Поздно тут говорить прости. Нападай скорее, что удара. Только знай, моя решимость не угасла. Раз за разом неизбежно умираю. Для чего же тогда так стараюсь? Ведь я совсем не этого хотела. Любопытство мною завладела. И растоптала наш финал счастливый. Не слыша ничьих предупреждений, я состою. Замедленные каблуками нарисуешь запятую на полу. Ты как будто и не видишь, что я влюбляюсь немедленно. Ты как будто бы не знаешь, как тебя я люблю. Это сильно, очень сильно, будто кадры в конце фильма, будто музыка говорит нам, что уже пошли финальные титры. Сильно, очень сильно, будто кадры в конце фильма, будто музыка говорит нам, что уже пошли финальные титры. Я как будто жизни кадры назад перематываю. Вырезал и склеил у себя и в голове отпечатки от помады. И ком горлу подкатывал, когда видео включалось в памяти моей. Ты сильно знаешь, очень боль бывает сильной. И проносится кадрами из фильма мысли. И одно невыносимо, абсолютное бессилие того, что ты такая же красивая. Как и тогда, так и сейчас. Не могу я оторвать от тебя влюбленных глаз. Я хочу продолжить нашу книгу, я хочу продолжить наш рассказ. Это сильно, очень сильно, будто кадры в конце фильма, будто музыка говорит нам, что уже пошли в финальные титры. Сильно, очень сильно, будто кадры в конце фильма, будто музыка говорит нам, что уже пошли в финальные титры. Чем, скажи мне, вместе мы, где одолжить спокойствие мне для души? Зачем летишь по лестнице? Зачем ты от судьбы спешишь?